Мы с вами продолжаем повторение книги «Исход». В прошлый раз мы с вами прочли, центральную часть книги «Исход», наиболее яркую, наиболее сильную, это дарование 10 заповедей. Сейчас мы с вами начнем читать оставшуюся часть. Она большая, вряд ли мы ее сумеем сегодня с вами закончить. Я хотел бы сказать о всей этой оставшейся части книги «Исход». О чем она, собственно? Вот 10 заповедей уже дарованы. Что дальше? Вот так, если бы я не знал, не читал этого, то с этого момента, когда 10 заповедей дарованы, я бы ожидал, что вот народ тронется дальше в свой поход из Египта в землю обетованную. Но это не так. Мы видим, что народ еще почти на год задержался, до следующей Пасхи задержался у горы Синай. Что же он там делал? То есть о чем книга «Исход» до своей оставшейся части? И мы видим, просто перелистывая эти главы, что в основном там описаны вещи, такие технические, я бы назвал их, как, например, устроен Ковчег Завета, как устроена Скиния, рассказаны детали, как поставлены первые священники, Аарон и его сыновья. Рассказана история, такая яркая достаточно, но тоже к чему мы ее должны приложить? История о том, как люди, не дождавшись Моисея, который был на горе, потребовали от Аарона, чтобы он сделал им замену Бога, или замену Моисея, или замену и Бога, и Моисея. В общем, кого-то вместо заместителя такого золотого тельца. Что это, во что это все вместе складывается? Можно сказать так, в целом, оставшаяся часть книги «Исход» посвящена тому, как устраивается первая церковь. Мы, как правило, израильский народ, не воспринимаем как церковь. А ведь если на это посмотреть, то это прообраз церкви. Это тот сосуд, в котором несется религия и в котором совершается богослужение. Вот эти-то детали того, как должно совершаться это богослужение, как эта церковь должна быть устроена, они там и описаны. И эта аналогия с церковью, она даже не только в понимании церкви, с большой буквы, то есть церковь как сообщество верующих людей, она даже в понимании как слово «церковь» с маленькой буквы, церковь как здание, где совершается богослужение. Вот там первое такое здание описано. Это здание, оно еще палатка, а не здание, это скиния завета или скиния собрания. Конечно, можно сказать, как же так, а были же до этого такие замечательные храмы, огромные, гораздо большие, торжественные, чем эта скиния, они были и в Египте, и там в Вавилоне они были, в Месопотамии, и в других местах, даже в Америке они были уже в это время. Как же я говорю, что это первый храм? Понимаете, можно сказать так, это первый настоящий храм. Так же, как религия эта Моисеева, установление которой здесь описывается, это первая настоящая религия. Потому что все те религии языческие, которые были до этого, они не то, что какие-то ненужные, никчемные, лучше бы их не было. Нет, они имели свой смысл в истории человечества. Но это только как поиск, только как приготовление, только как начальные классы какой-то школы, они имели смысл. А этого момента начинается история настоящей религии и настоящей церкви. Я еще раз вам хочу сказать, мы с вами прочли устами самого Господа Бога, сказано, что Он этот народ в этот момент выхода из Египта и пути к Синаю лепит, делает своими руками. Он его лепит своими руками как народ. Потому что, если говорить, вам уже об этом упоминал, что если говорить этнически, по крови, то кого там только не было. Там отнюдь не одни только потомки Авраама, Исаака и Иакова были. И из этой-то массы, из этой каши делается народ. Но помимо того, что делается народ, из этого народа делается церковь. Вот этот народ израильский, на тот момент, когда его мы видим здесь, в Синае, в пустыне, это прототип, прообраз того, что мы сегодня называем церковью. Носитель религии, носитель знания о Боге, носитель богослужения. Это будем с вами в этой перспективе смотреть на последнюю,
оставшуюся нам, скажем так, вторую часть книги «Исход». Начну с того момента, где мы остановились в прошлый раз, по дарованию 10 заповедей. Вот они закончены в 17 стихе 20 главы книги «Исход», эти 10 заповедей. И дальше мы встречаем прямо в следующем стихе вот такие слова. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказал Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать. Но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Я вынужден очень коротко, вот буквально на этом так галопом по Европам останавливается. Хочу сказать, мы когда это читаем, мы можем по-разному отнестись к этому нежеланию людей говорить напрямую с Богом. Можно сказать, ну что вот они такие, как то ли робкие, то ли они, им не очень-то это и нужно, они предпочитают от Бога держаться подальше, как от чего-то опасного. Что они вместо себя перепоручают это Моисею? Можно было бы и так понять. Но в этих словах, которые мы здесь читаем Моисея, «Бог пришел, чтобы испытать вас», и в других словах на эту же тему, которая есть в книге «Чисел», в книге «Второзакония», мы видим, что Господь Бог это отношение к себе, в общем-то, одобряет. Господь Бог одобряет страх Божий наш перед Ним. Как это кажется, так вроде даже не очень хорошо. Но зачем Богу нужно, чтобы мы Его боялись? Но мы же, это же не тот страх, это же не то, что мы его боимся, как какого-нибудь зверя, там, какого-нибудь динозавра, там, или тигра, или человека с автоматом. Не так же мы его боимся. Наша боязнь, то, что мы называем страх Божий, это не столько боязнь, сколько благоговение какое-то перед Богом. Это просто у нас из-за бедности языка мы это называем страх Божий. Это не точное слово, это не страх. Вот. Но ощущение дистанции – это да. И вот это ощущение дистанции здесь есть в словах народа. И можно это понять и принять. Еще обратите внимание на такие слова. «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Вот для нас, христиан, которые привыкли к тому, что Бог ассоциируется со светом, странно слышать, что Бог – это мрак. А ведь, вы знаете, это же тоже одна из сторон Бога. Мрак как непроницаемость для взгляда разума. Мрак как непознаваемость для человека. И мы с вами вот буквально несколькими главами раньше в книге «Исход» встретили такой момент, очень красноречивый, что вот этот столб, который ночью сопровождал народ израильский и разделял его с египетским войском, этот столб был путеводным светом для одних, освещал им дорогу, и был тьмой и мраком, который закрывал дорогу для других. Вот вдумаемся в это. Понимаете, вот ровно тот же самый Бог, не только для народов, вот для нас лично, для каждого из нас, может быть светом, который освещает нам путь, а может быть мраком, которого мы боимся, который нам загораживает путь. И я знаю вот этих людей, таких просто среди своих знакомых, таких людей, для которых Бог – это мрак, которые Бога боятся, они боятся туда, так сказать, вообще вот в эту сферу, которая им кажется темной, непонятной, мрачной, они боятся туда шаг сделать. Почему? Это потому, что Бог не сам по себе мрак, он мраком становится в нашем восприятии. Как мы на него смотрим, так мы его и видим. И вот в нем есть эта возможность явиться для нас в виде мрака, когда мы сами являемся ему, как фараон с колесницами, как египтяне, когда мы не на его стороне, а против него. Вот тогда мы его видим как мрак. Вот тема эта важная очень, но, к сожалению, сейчас нет времени на ней глубже остановиться. Читаем дальше. С момента дарования 10 заповедей, которые, как я говорил, заповеди вообще какие-то, они небесные просто, на все века. Они настолько небесные, что человечество на земле ни одной из этих заповедей
не умеет исполнить полностью до конца. Даже вот такую самую, казалось бы, очевидную заповедь «не убей» и то не может исполнить. Старается, а не может. И вот с этого момента, с 21 главы книги «Исход» начинается как бы постепенное низведение этих 10 заповедей с небесных высот, где они и даны на горе Синай, на землю. А происходит это таким образом, что на основе этих 10 заповедей даются уже более конкретные какие-то предписания, напоминающие какой-то кодекс поведения, там гражданский или уголовный, или административный, или то и другое вместе взятое, потому что это же древность. Тогда не было такого разделения еще на гражданский, административный, уголовный кодекс. Вот эти на основе 10 заповедей как бы рождаются на наших глазах в книге «Исход» более уже земные, приземленные заповеди. И мы чувствуем ясно, что в них нет той небесной высоты, которая есть в 10 заповедях. Что эти заповеди, они адаптированы к людям, какие они на тот момент. Вот эти 3500-летней давности люди, живущие с нашей точки зрения, достаточно невежественном мире и достаточно жестоком мире. И поэтому, когда мы встречаем в этих заповедях, не в 10, а вот в этих дальнейших, когда мы встречаем вот эти элементы странные, типа того, что кого-нибудь побей камнями и так далее, давайте не забывать, что это не есть небесная высота, а это есть адаптация к нашим земным реалиям, к тем, каковы люди, к тому языку, который люди понимают, к тому, в каком-то смысле, как люди могут физически общаться друг с другом. Но, и тем не менее, в этих законах, даже в их земных, я об этом много раз говорил, чтобы их воспринять правильно, надо их сравнивать не с нами сегодняшними, 3000-летними спустя, а сравнивать их с современниками, с законами, которые вот мы читаем, допустим, вот примерно того же времени законы Хаммурапи, в Вавилоне, откуда вышел Авраам. И тогда нам виден контраст. Насколько те законы, они как бы практичны, жесткие, и насколько законы вот эти, на основе 10 заповедей, милосердны. И начинаются это вот буквально с первой же строки. И вот законы, которые ты объявишь им. И вот какие законы? С чего начинаются законы, которые им объявляются? Нормальный кодекс начинается всегда с объявления того, кто является носителем власти, носителем авторитета. А здесь чего начинается? Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Первая строка – это строка милосердия. Между прочим, ни в одном из современных кодексов законов восточных 3000-летней давности ничего подобного нет. Но вот обратите внимание, с этого начинается. Как говорится, каково начало, так оно и дальше. Вот с этого милосердного, с этих милосердных слов начинается низведение этих 10 заповедей на землю. И так это продолжается и дальше, до самого конца. Я, конечно, уже вам все эти детали рассказывать не буду, потому что это просто надо тогда читать строчку за строчкой все Пятикнижие Моисеева. Читаем дальше. Об одном широко известном таком фрагменте вот этих заповедей, не 10 уже, а тех, которые на их основе сформированы. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Вот эти слова, всем, конечно, известны «око за око», это то, что называется в юриспруденции таким латинским словом «lex talionis», ну, примерно переводя «закон воздаяния». И этот закон, его многие воспринимают неправильно. Многие его воспринимают как то, что Господь призывает нас к справедливости через месть. Но это же справедливо. Вот если я на тебя разозлился, ударил тебя в глаз и выбил тебе глаз, значит, присуждают меня, чтобы и мне палач выбил глаз. Это справедливо. Вот такое понимание этого закона, оно совершенно неверно. Господь Бог не призывает нас к мести. Он, видимо, с горечью как бы смиряется с тем, что природа человеческая такова, что люди склонны к мести. И если каждый из нас взглянет на свою собственную душу, то он найдет это в себе, это желание обидчику отомстить.
И вот эта часть закона, этот lex talionis, он призван не к тому, чтобы побудить людей мстить. Людей не надо к этому побуждать. Их они и так, как говорится, рады при первой возможности. Людей надо в этом плане окорачивать. И закон и призван людей в этом плане окорачивать. Чтобы если уже тебе там кто-то наступил на ногу, то ты не вынимал меч из ножен и не срубал ему голову. А люди по своей природе, вот в первобытной своей, так сказать, красоте, если так можно выразиться, склонны именно к такому поведению. И вот в нашей, так сказать, несколько диковатой, я бы сказал, стране, с ее несколько диковатыми нравами, мы вот этот образец поведения первобытного с вами имеем удовольствие видеть очень часто. Вот в метро, да, кто-нибудь там, кому-нибудь там толкнул или наступил, или слово не то сказал, и тут же, значит, промеж глаз. Я просто вам не хочу уже, как говорится, портить настроение, рассказывать все эти истории в деталях. Они бывают достаточно неприятными. Наверное, многие из вас просто их видели сами. Это вот то, каково человечество до этих строк. Око за око. Это закон до Моисеев. Закон обидели тебя, убить обидчика. Я должен вам сказать, что вот наш, так сказать, прошлый уже президент, вступив на свой пост, одно из первых слов, которое он произнес, это цитата, которую я сам в жизни часто слышал. Кто нас обидит, тот 3 дней не проживет. Это вот такая мораль дворовых пацанов. Я тоже, будучи пацаном, так сказать, тоже это слышал. И он это слышал, поскольку он мой ровесник, я понимаю, что мы примерно в одних условиях росли. Вот. Но эта мораль, она даже до Моисеева, вот с этой моралью, кто нас обидит, тот, того убить, вот с этой моралью призвана бороться эта заповедь Моисеева, этот lex talionis. А если говорить о том, что хочет Бог от человека по большому счету, что хочет Бог от тех людей, которые готовы быть на высоте требований, которых к ним Бог предъявляет, то это мы находим у Иисуса Христа в Нагорной проповеди, где Он говорит, что Он закон Моисеев не отменяет, но исполняет, то есть наполняет, дополняет, восполняет. И вот эти слова «око за око, зуб за зуб» Он восполняет, возвышает словами, обращенными им к своим ученикам, а если кто у тебя ударит в левую щеку, обрати к нему правую, и так далее. Это труднейшая заповедь. Ну, я думаю, что мне вам объяснять, каково исполнять эту заповедь? Ударившему тебя в левую щеку, подставь правую. Но просто, чтобы мы понимали вообще, как говорится, на каком мы свете живем, эта заповедь Христова есть продолжение и развитие этой заповеди Моисеевой «Око за око, зуб за зуб». Она не есть ее опровержение, она есть именно ее развитие. Так же, как взрослый человек не опровергает ребенка, которым он был, но он другой, он из этого ребенка вырос. Вот так по поводу этого самого lex talionis. Читаем дальше. 22 глава. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их». Что здесь? Я, конечно, выбираю именно эти места, пропуская целые главы, чтобы что-то для вас оттенить. Милосердие, да? Вот подобной заповеди нет нигде, ни в то время, ни после. Пришелец, он всегда человек второго сорта. И что там говорить о древности? Вы вокруг себя посмотрите, вот у нас в Москве сегодня пришелец не человек второго сорта. Вот в законе Моисеевом пришелец подчеркивается, да, вы люди склонны пришельца делать людьми второго сорта. Да, это по-человечески. Но я вас, Господь Бог, призываю себя и в этом окорачивать, и сердца свои обращать к пришельцу, и слушать пришельца. И вот в этих словах Господа, они ведь, как бы вам сказать, звучат как предостережение вот коренным жителям, аборигенам, израильтянам. Он им в сущности говорит, я вас, может, не услышу, а их я услышу, пришельцев, их голос я услышу. И эти слова, они совершенно корреспондируют с теми словами, которые говорит Иисус Христос. Он говорит вот людям, в общем-то, богобоязненным, фарисеям там и всем прочим, он говорит, я буду судить не потому, как вы там Господу Богу молились и почитали Его, я буду судить потому... Нуночка, если можно включить, там, видимо, выключусь. Я буду судить по тому, как вы отнеслись к кому?
бедному, больному, нищему и пришельцу тоже. Почему? Потому что сделали ему, сделали мне. Не сделали ему, не сделали мне. Это говорит Христос. Спасибо, есть. Это говорит Христос, но в этих словах мы видим ровно это же самое. Я буду слушать голос вот этих людей, которые живут среди вас, пришельцев, и они мне будут свидетельством на вас, их голоса. Как вы понимаете, вот прошло 3500 лет, эта заповедь сегодня в нашей стране, вот в Москве, является горящей просто. Это вот для нас просто все сегодня. Читаем дальше, 23 глава. Это об установлении праздников. Я, кстати сказать, вот, ну, поздравляю вас уже с прошедшим праздником, Шавуот. Но он, поскольку такой однодневный, то уже мы только в понедельник о нем говорили, а больше не говорим. Но я как раз в понедельник, поскольку был праздник, читал тот отрывок, который вот здесь сейчас вам прочту опять, потому что он из книги «Исход». Это первый раз, когда говорится об установлении трех главных годовых праздников для евреев. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздника пресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял в поле». Это Шавуот. «И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Это праздник кущи, Суккот. «Три раза в году должен являться весь мужеской пол твой пред лицо владыки Господа». И я по этому поводу хочу сказать о праздниках вообще. Ну вот я об этом говорил в понедельнике, вообще это повторяю несколько раз в год. Ну, думаю, что в данном случае это не вредно. Праздники – это нечто очень глубокое. Это что-то, что связывает наше время с вечностью. Какие-то вот такие нити, какие-то телеграфные, которые уходят из нашего времени в вечность. Потому что они, хотя повторяются во времени, всегда вот в одно и то же время, они привязаны к календарю, привязаны к датам, это так установлено Господом специально. Потому что наша жизнь протекает во времени. Это тот конец этих телеграфных проводов, которым они соединяются с нашей жизнью. Но второй конец этих телеграфных проводов уходит в вечность, потому что духовный смысл каждого из этих праздников никакого отношения ко времени не имеет. Он един на все времена. Если сказать так коротко, то вот праздник Пасхи – это праздник освобождения из рабства дьяволу, освобождения через жертву, через самопожертвование. Праздник Шавуот – это праздник схождения Духа, которое в какой-то своей такой еще первой форме произошло вот как раз здесь, на горе Синай, в виде схождения этих 10 заповедей, дарованных Богом. И, наконец, последний праздник, праздник Кущи – это праздник прихода Мессии во славе, так как его и ожидали евреи, и которого пока еще не произошло. Но и мы, христиане, его тоже ждем в том виде, в котором написано в книге «Апокалипсис». Как вы понимаете, все эти три вещи – искупление, освобождение от греха, дарование Святого Духа и вот этот приход Мессии – это что-то, что не меняется во времени. Оно вот как 3000 лет назад, так и сегодня. Это что-то, что происходит вообще не здесь. Это в вечности, это в замысле Бога. Вот эти телеграфные провода, праздники, они соединяют нашу жизнь с замыслом Бога о нашей жизни. Так вот можно сказать. В этом их большой смысл. Эти три праздника, они особые, они даже имеют слово особое, хак в еврейском языке. Вот именно этим они особые, и именно поэтому... 3 раза в году весь мужеской пол должен на эти как раз праздники собираться. Еще в этой же главе, 23. «Вот, говорит Господь Израилю, я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем». Во-первых, это, конечно, для нас некое поучение, что вот есть у народа ангел, у целого народа
есть какой-то ангел, какая-то духовная сущность, которую Бог вот даровал этому народу, как я не знаю даже, как это назвать. Вот это слово «ангел-хранитель» лучше его и не придумаешь. Ну и, конечно, мы с вами понимаем, что, вероятно, не у одних евреев есть такой ангел-хранитель, что, вероятно, у других народов есть свой ангел-хранитель. Но это половина еще, так сказать, содержания. А другая половина, она в том, что этот ангел-хранитель, по верованиям современной христианской церкви, есть у каждого из нас. Господь его даровал каждому человеку, вот эту невидимую сущность, как бы с которой мы идем по жизни, которую мы, в общем-то, как правило, даже не чувствуем. Может быть, мы ее иногда чувствуем, когда мы чувствуем, что нас кто-то по жизни направляет. Бывают такие моменты, когда ты чувствуешь, что ты делаешь, в общем-то, не то, что так по логике, по уму ты бы делал, и как ты бы считал необходимым, а как будто тебя какая-то рука куда-то вот так вот подталкивает. Вот эта рука – это рука Божья, действующая через этого ангела-хранителя. И как вы понимаете, ну куда нас может толкать ангел-хранитель? Он, естественно, нас толкает туда, где мы не наступим в яму, над которой мы уже занесли ногу. Знаете, есть вот такой замечательный роман Селлинджера «Над пропастью вражи». Вот там ее главный герой хочет быть таким ангелом-хранителем. Детей оберегать над пропастью вражи, чтобы они не свалились в эту пропасть. Вот так, такой вот, таким героем для нас, если так можно выразиться, является ангел-хранитель каждого из нас. И вот православной церкви приняты молитвы этому своему ангелу-хранителю каждый день. Потому что, что бы мы делали без него, если бы мы жили только по человеческим понятиям, по своим человеческим понятиям. А слава Богу, у нас есть вот и это духовная сущность, живущая с нами, в нас, даже не знаю, как сказать. Я, кстати, хотел сказать об ангеле-хранителе народа Израилева, что вот мне кажется, первым проявлением этого ангела-хранителя является как раз тот столб световой, огненный или облачный, который вел народ. Вот так этот ангел-хранитель уже не в виде столпа, сегодня же никакого столпа нет, уже не в виде столпа, но все-таки присутствие незримо ведет народы и людей, каждого из людей, каждого из нас, вот этот незримый столб по жизни ведет. Вот еще такой важный момент, который часто побуждает